Сейчас я вам расскажу небольшой нюанс по поводу механизмов. Значит, перед вами два механизма. Один из них большой, другой маленький. Маленький для маленьких диванов, большой, соответственно, для больших. Значит, они отличаются высотой. Высота данного механизма у нас 12 сантиметров. Высота данного механизма 16,5 сантиметров. Если мы поставим большой механизм на наш диван, он у нас будет крепиться примерно вот здесь вот, между сидушкой и передней спинкой, то он у нас будет очень сильно торчать, и вы будете боком в него упираться. Поэтому правильно устанавливать механизм вот этот. Он имеет у нас каталожный номер Ш120. Вы можете найти его в интернете, на сайтах продают фурнитуры. Ссылку мы вам дадим в деталировке. Мы практически закончили работу с оклейкой наших элементов по рулону. Теперь нам нужно разметить отверстие для установки механизма, который будет складывать и раскладывать наш диван. Устанавливать механизм и делать отверстие мы будем в соответствии с нашей деталировкой, в которой указано, на каких расстояниях нужно делать отверстие и как ставится сам механизм. Мы не будем крепить наш механизм на саморезы, поскольку на саморезах он очень быстро разболтается, их нужно будет постоянно подкручивать. Мы закрепим его вот на такие 10-миллиметровые болты. Ну, в общем-то, болт большего диаметра вы сюда не сможете вставить, поскольку здесь отверстие 11 или 12 миллиметров. Данные болты с гайками и шайбами продаются в любом строительном магазине и стоят копейки. Перед вами передняя спинка и сидушка. В передней спинке мы делали посадочное место для петли, которое соединяет переднюю спинку с задней спинкой. Значит, передняя спинка с сидушкой соединяется механизмом. Значит, мы берем деталировку и рулетку. И, исходя из деталировки, делаем метки для отверстий механизма.